Это строительство для регионального центра должно стать самым масштабным. Возводить будут не один-два дома, а целый жилой комплекс. 12 малоэтажных домов или почти 1000 квартир. На создание нового микрорайона потребуется не менее 5 лет. Получили замечания, предложения от контролирующих, так сказать, органов, от главного архитектора, который будем учитывать в своих работах. Вот. И начинаем работать, я надеюсь, что в этом году мы начнем уже строительно-монтажные работы. И в лучшем случае, ввод первого дома мы планируем на конец 2023 года. Городские власти признают, проект грандиозный и затратный. Предусмотрены пешеходные зоны, детские площадки, уличные тренажеры, коммерческая инфраструктура, соцкультбыт и многое другое. Планируется и озеленение территорий. Всегда интересно, когда застройщики подходят комплексно, не единичными домами, а непосредственно разбивают параллельно не только жилищную инфраструктуру, но и социальную, и благоустройство. Квартал комфорт-класса, пока у него нет официального названия, станет уникальным. Каждый дом планируется выстроить в эксклюзивном архитектурном стиле и в разной цветовой гамме. Украшением фасадов станут французские балконы и стеклянные лоджии. Жанр – современная классика. Я хотела бы то, чтобы мой микрорайон вписался в новый микрорайон. И чтобы люди чувствовали тоже себя достойными жить в этом микрорайоне, на этой стороне микрорайона. Особое внимание парковкам. По проекту все автостоянки будут находиться за внешним периметром. Что касается самих квартир, то они будут разные. Жилплощади собираются подготовить таким образом, чтобы их хозяева думали только о возможном косметическом ремонте под свои вкусы и пожелания. Юрий Варивода, Дмитрий Щеглов, РТС.